Сегодня мы будем смотреть замок Entra Winhouse. Замок очень высокого класса. Вот этот инструмент, которым, ну, это клюшки, которым мы пробовали открыть его. В общем, у нас ничего не получилось вчистую, поэтому мы сейчас попробуем его сломать. Кстати, скрипит, надо было немножко ВД-шки сбрызнуть. Может, короткий лучше взять? Итак, очень дорогой относительно замок оказался слабеньким. Для метода вытягивание. Сейчас просто возьму саморез покороче и
Так, ну теперь берем плоскую отвертку. Ну или что-нибудь типа того. Так, замок у нас открыт. Да, под этот замок лучше использовать коротенький саморез, потому что он саморез не заходит, очень тяжело заходит до конца, заходит совсем немного и может не хватить хода. Цена такого съемника метчиков, саморезов, всего остального, это все будет на сайте. Замок успешно вскрыт, ну, методом взлома.